ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אנחנו נפתח ספר דברים, פרק 20, ונקרא מפסוק 5-8. מתקרום קניגה второзакония, 20 глава, и прочитаем с 5 по 8 стихи. Дворим и срим, михамеш адшмоне. «Ведебру хашутрим эль хаам леэмор, ми хаиш ашер бана вайт хадаш, вело ханахо, елех вешов левето, пен ямот бамилхама, ваиш ахер иханхену. Уми хаиш ашер ната керем, вело хилело, елех вешов левето, пен ямот бамилхама, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. ויוספו השוטרים לדבר לעם, ויאמרו, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. אמן. תשבו בבקשה, присаживайтесь, пожалуйста. אנחנו גם נקרא ברוסית, מתג שזה שתיים נרוסקה. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не воспользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен,
тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робким сердца братьев его, как его сердце. Аминь. Аминь. Шаббат шалом лекулям. Шаббат шалом всем. Коля парашат шаво никрет шуфтим. Вся парашат шаво называется шуфтим, судьи. Ванусе шлану айом, лама анашим узвим кейлот. И сегодняшняя тема, почему люди оставляют общины. אני מהתחלה רוצה להגיד שאנחנו לא מדברים על קהילות שיש בתוכם לימוד שקר או איזשהו קאט. С самого начала я хочу сказать, что мы не говорим об общинах, которые являются какой-то сектой или в которых есть ересь. Там, где жульничают и обкрадывают людей. איפה שחסר דבר אדוני, כמו שכתוב בעמוס, שאנשים יחפשו ולא ימצאו את דבר אמיתי. Или как написано в книге Амоса, общины, в которых нет настоящего слова Божье, что люди будут искать и не найдут его. ואני לא מדבר על אנשים שקיבלו איזושהי הדרכה מאלוהים לעבור לאיזושהי דינומינציה אחרת או ליהדות משיחית. И, конечно же, я не имею в виду тех людей, которые получили от Бога перейти в какую-то другую общину или деноминацию. אני מדבר על אנשים שיש להם פרקטיקה לעבור מקהילות לקהילות. Я говорю о людях, которые по практике переходят с общины в общину. מסיבה שלא מסוגלים להתמודד במצב הרוחני של קהילה או בקהילה. По причине того, что они не могут справиться с духовным состоянием общины или в общине. ומתחילים להיעלב או להיפגע ועוזבים. И начинают обижаться или раниться от этого и уходят. ואז בקהילה, אנשים שנשארים בקהילה יכול להיות להם שאלה, למה זה קורה, אולי אנחנו לא בסדר, אבל אנחנו לא עשינו משהו לא טוב. И люди, которые находятся в общине, не могут спросить себя, почему это происходит. Возможно, вина в нас, мы делаем что-то неправильно. הרבה פעמים מנסים לשכנע את הבן אדם להישאר בקהילה. И очень часто пытаемся уговорить человека остаться в общине. אני רוצה שאנחנו נראה בטקסט הזה משהו טוב ועמוק. Я хочу, чтобы мы увидели в этом тексте что-то хорошее и глубокое. אנחנו רואים שיש פה עקרון חזק, אנחנו רואים פה שאנשים מתכוננים למלחמה. Мы видим здесь очень сильный принцип. Люди готовятся к войне. ואז שוטרים הם מזהים את אנשים שמפחדים והם רך לבב. И надзиратели, они предупреждают слабых людей и людей, у которых малодушных, у которых мягкое сердце. Они видят людей, которые слабые, у которых которые малодушные. И они понимают, что их место не их, это не их место находиться на войне. אפשר לשלוח אותם עם אחרים. Нельзя послать их вместе с другими. וסיבה, זה גם מדרש אומר, и причина, также в Мидраше, это причина, почему они боятся. И, кстати, слово «малодушный» на иврите — это «мягкие сердце». Не потому, что они, у них доброе сердце или они хорошие. Эле Мидраш умер, что лев шалем рах, и в мельхама, в зман, что цирих ларог это оев, им лою мисугалим лисаем это вода. Но мудрецы говорят, что сердце их, оно мягкое, и во время битвы, когда им надо убить врага, они не способны это сделать. О, им есть איזשהו אלילים בצד של האויב, אז הם, הלב שלהם יהיה רך כדי ללכת אחרי אלילים האלו. Или же, когда есть идолы у врагов, то их сердце, оно не способно их уничтожить, а наоборот хочет и способствовать тому, чтобы они пошли следовать за этими идолами. ואז שקוראים לאנשים, אנשים שפוחדים ורב, רח לבב, הם לא רצו שירו אותם שהם מפקדים, כי חשבו מה יחשבו עליהם. И когда называют людей боязливыми или малодушными, то эти люди не хотят, чтобы о них так думали. אז מדרש אומר שבגלל זה, זה אחד מהסיבות למה יצאו שלושה קטגוריות שאנחנו קראנו, שלושה סיבות למה אפשר לעזוב, זה קשור לבית בגדול, למשפחה. И по этой причине объясняют, что есть дополнительные три причины, по которым можно уйти, связанные с домом. ואז שהיו אומרים את ארבע סיבות, אנשים אחרים לא ידעו על בן אדם שעזב לאיזה סיבה הוא שייך.
И когда говорили эти четыре причины, то люди, которые уходили с войны, то другие не знали, по какой из этих причин они уходили. Рак шотрим яду. Только надзиратели знали. И чтобы для того, чтобы не было сплетен и разговоров друг о друге, что вот он оставил по той или иной причине. Лахен зе натан маком ле мишу ше מפחד ורח לבב לעזוב. И этим самым это дает возможность человеку боязгливому и малодушному оставить войну. שימו לב ששוטרים לא מעוניינים בכמות אנשים. Заметьте, что надзиратели, они, у них нет интереса в количестве. הם מעוניינים באיכות. У них есть интерес в качестве. כי הם מבינים שזה מלחמה מאוד חשובה, זה ישפיע על כל העם. Они понимают, что это очень важная война, и это повлияет на весь народ. אז למה שיהיו אנשים שיכולים להרוס את העניין? Да зачем нужны люди, которые просто будут портить? והיום, לצערנו, יש הרבה קהילות שמעוניינים רק בכמות. И, к сожалению, на сегодняшний день есть очень много общин, которые заинтересованы только в количестве. Самая большая община в Америке, где на каждое служение собираются от 25 до 30 тысяч человек. И есть, если не ошибаюсь, 2 или 3 сифот в день, это примерно 70-75 тысяч. И у них есть примерно 2 служения, то есть это 50-60 тысяч. А Руэ Бацмо... הוא בקטגוריה של אנשים שמפחד ורח לבב. Пастор сам находится в этой категории людей, которые боязгливы и малодушны. כי הוא לא יכול לקרוא חטא חטא. Потому что он не может назвать грех грехом. והוא לא יכול לקרוא לאמת אמת. И назвать правду правдой. И הוא מפחד שאנשים יתלהבו ויעזבו אם הוא יתחיל להגיד על חטא. И он боится, что люди они обидятся и уйдут. Если он начнет говорить о грехе. עכשיו, הרבה פעמים שאנשים עוזבים את הקהילה, очень часто люди, когда оставляют общину, זה הסיבה, לפי טקסט שלנו, מפחדים ורח לבב. Это является причиной, по тексту, который мы прочли, боязгливые и малодушные. מפחדים לתת לאלוהים מקום לעבוד בחיים שלהם. Боятся дать Богу место для работы в своей жизни. ורח לבב, זאת אומרת, מרחמים על האגו שלהם יותר מדי. И малодушные, то есть они жалеют свое эго. מפחדים אם ייפגעו או האגו שלהם יסבל. Они боятся раниться или если их эго как-то пострадает. ולא צריך להחזיק את האנשים כאלו. И мы не должны держать силы таких людей. כי הם משפיעים על אחרים בצורה לא טובה. Потому что на других они отрицательно влияют. כמו שכתוב פה, הם יכולים להפוך את אחרים להיות רך לבב גם. Потому что, как тут написано, они могут других людей превратить также в малодушных. אז אנחנו רואים שבמציאות בסוף זה, אם זה קורה, אז זה אלוהים עושה, זה אלוהים מרשה ומוציא את אנשים כאלו. И в итоге мы видим, что Бог это делает. Бог, Он выводит этих людей. Как мы здесь видим, что цель была действительно вывести этих людей из войны. Как тут мы видели, что цель была увести этих людей от войны. И люди не всегда знают и не должны знать причину, по которой это произошло. Для того, чтобы этой теме не было слишком много внимания и сплетни. Кроме открытого греха, естественно. אבל משהו מאוד מעניין, но то, что очень интересно, что Элохим марше לאנשים כאלו, שהם עוזבים, Бог допускает этим людям уходить, שהם עוזבים, когда они уходят, לראות את הסיבות אחרות, видеть другие причины, ולא סיבות אמיתיות, а не настоящие причины, כדי שאנשים האלו יצאו. Для того, чтобы эти люди, они ушли из этой войны. И не тянули других вниз. В тексте мы также видим, что из всех 4 опций, даже человек, который ушел из-за рах левав, он мог убедить себя, что он ушел из-за других причин. И по причинам, которые мы прочли, мы видим, что человек, который уходит,
из-за боязливости или малодушия, он мог уговорить себя, что он уходит по иной причине. הרבה פעמים היום אנשים משכנעים את עצמם שהם עוזבים מסיבה אחרת ולא מסיבה שבאמת זה קורה. И сегодня люди, они уговаривают себя и врут себе, что они уходят по какой-то другой причине, но не называют настоящую. איפה שהסיבה האמיתית זה באמת רך לבב שלהם לא לתת לאלוהים מקום לשנות אותם. И где нет настоящей причины, то причина является малодушием, когда не дают место Богу менять их. אז זה הסיבה למה אנשים עוזבים. Это причина, по которой люди уходят. לא צריך להרגיש רע, כי בגדול אלוהים שולט בעניין. Не надо чувствовать себя плохо, потому что Бог, Он контролирует ситуацию. ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. И мы должны хранить себя. כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו, אנשים מפחדים ואנשים עם לב, עם רך לבב. Чтобы мы не стали боязливыми и малодушными. כדי שאנחנו תמיד ניתן מקום לאלוהים. Чтобы мы всегда давали место Богу. למרות שזה כואב לפעמים. Чтобы мы всегда давали место Богу, несмотря на то, что это больно. למרות שזה שובר את האגו שלי. И это ломает наше я. אבל ככה הוא יעשה אותי דומה לבן שלו ובן אדם מסוגל לעמוד בזמנים קשים. И, но таким образом он делает меня, делает нас похожими на своего сына, и тем самым мы сможем устоять в тяжелых временах. Амен. Амен. Бона кума, дорогая. Давайте встанем. Барух ата Адонай Элохейну Мелех Аолам, ашер натан лану Торат Эмет, вехаей Аолам ната бетохейну. Барух ата Адонай нотен ха-Тора. Амен. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שם